Во вторник вечером на домашнем паркете команда «Спарта энд К» сразилась в первой игре в рамках серии плей-офф Евролиги. Соперники – один из лидеров венгерского чемпионата команда «Шопран». На кону было попадание в восьмерку сильнейших коллективов Европы. От результата встречи зависела поездка на финал восьми Евролиги ФИБА в Екатеринбург, рассказывает Татьяна Акимова. Разыгрывая финальную путевку в 1/8 Евролиги, «Спарта НК» выглядела более чем убедительно. Захватив преимущество в 13 очков уже по итогам стартовой четверти, уверенно наращивая его по ходу встречи. И все происходило при громкой поддержке многочисленных болельщиков на трибунах Дворца спорта. Я хожу уже полгода на баскетбол. Команда «Спартак НК». За них только и болею. Вот. И желаю девочкам успехов. Мы пришли поболеть за них, это очень интересно. Кстати, «Спарта НК» в течение всего игрового сезона, а команда начала его в обновленном молодом составе, показывает прекрасные результаты. Этот сезон, на самом деле, он приносит как никогда много радости. Именно вот своей, скажем так, баскетбольностью. Да, это то, что наши воспитанницы на площадке, то, что игроки, будущие кандидаты в национальную сборную России, сейчас как бы представляют наш клуб, молодые, подающие надежды. Самый юный игрок в «Спарте» на сегодняшний день – Ксения Левченко. Ей нет еще и 18. К слову, и рост воспитанницы клуба далек от баскетбольных стандартов – 164 сантиметра. Что, впрочем, не мешает ей показывать отличную командную игру. Было бы, чтобы ум был. Ну, когда есть ум, тогда все хорошо. И тогда, если даже маленького роста, ты можешь командовать игрой и не забивать, ничего не делать, а просто делать черную работу, играть в защите и отдавать такую же передачу. В этот вечер баскетболистки «Шопрана» уступали видновчанкам как по скорости и сыгранности, так и по точности, показателям подборов и результативных передач. Блестящий баскетбол продемонстрировали лидеры «Спарта НК» Соня Петрович, возглавившая рейтинг самых результативных баскетболисток игрового дня в Евролиге, Наталья Виеру и капитан «Спарты» Евгения Белякова. Вот мы работали, очень не покладая рук, вот последнюю неделю. Вот. Я знаю каждую комбинацию, наверное, лучше, чем каждый игрок из них. Вот. И на центровой позиции, и на позиции разыгрывающей. Вот, и поэтому это дало свои результаты. Игровой счет первого матча 1/8 финала между «Спартой НК» и «Шопраном» – 81-43. Хозяйкам площадки не хватило всего 5 очков, чтобы добиться двукратного преимущества. Прежде всего в защите. Нам удалось играть в защите. Вы видели, с каким трудом, как сложно было команде «Шопрана» набирать очки. Ответный поединок серии до 2 побед состоится 14 марта в Венгрии, а финал 8 пройдет в Екатеринбурге в апреле. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.